почему они тут живут? Потому что, во-первых, они очень любят матушку-землю, во-вторых, матушка-земля им дает, ну, вот такие... Вот, здоровье. Дает здоровье. Вот, благодаря хорошей экологии, благодаря хорошему воздуху, благодаря тому, что тут растет... идет минеральная вода. Вот. В общем, долгожителей очень много на Кавказе. Вот. Ну, благодаря такой правильной нагрузке и благодаря тому, что они живут на природе. Тут много причин можно перечислить. Но как же быть... каждый человек хочет как можно более качественную жизнь. Вот. Потому что жить долго хорошо, а вот чтобы еще когда-нибудь здоровье было молодое, грубо говоря, под старость лет, это еще отлично. Что же делать? Также в наших загаженных мегаполисах поддерживать свое здоровье. Ну, понятно, что надо регулярно выезжать на природу, а еще нужно регулярно голодать, хотя бы раз в неделю.
радио или у вас через, через сотовые вышки или кабель, вот. Потому что как ты. Еще раз, ноги вверх, и ждешь, мне помогут на линии.